Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас обновление на русском сервере. Я даже не буду его вам заснимать на русском сервере, я вам засниму его на китайке повторно. И я не буду вам показывать там, как я вам рассказываю, что вот там многих бомбит очередная имба, ребят. Я просто стебусь, вот и все. Я вам расскажу, почему обнова не зацепила. Прошли как бы сутки после обновы на китайке. И честно скажу, я сегодня сел за компьютер, и я не почувствовал там какого-то желания играть, делать какие-то новые обзоры, потому что делать обзоры, по сути, не на что. Я вам все уже выложил, показал. Герои, талант. И сейчас я вам расскажу, почему... Что говно, что хорошо, как бы какие плюсы, но больше я вам скажу негатива от этой обновы. Возможно, пока не вышел новый босс, еще один герой, который там реально, судя по описанию, будет крут. И я думаю, что это будет так, потому что его просто так не получить, как вот этого редиску, эту, нас его называли Трифит. Не знаю, с чем связано это название, но это реально овощ просто, который кидается морковками. В общем, поехали, я вам по пунктикам сейчас разберу, расскажу, покажу на китайке, потому что не хочу терять время, заснимать даже на русском, вы в принципе сможете это все сами посмотреть. В общем, поехали по списку. Новая локация испытания смотрителя. Вот она открывается вот здесь, в смотрителях. Вот она здесь есть, она будет потом вынесена, по ней я сделал вам обзорчик, как получить отсюда героя. Рассказываю все по порядку, показывать уже не буду, кто захочет, можете пролистать, там видосик у вас вчера вышел, есть. Будет, я так понял, смотритель вылазить, против него надо будет собрать 6 героев, будут испытания против него, соответственно, в ходе которых при убийстве вы сможете там получить какие-то бонусы, плюшки, и соответственно потом по окончании этого сезона вы сможете получить награду. Будет 3 призовых места, остальные там будут в зависимости от того уже, какое место вы заняли, можно будет получить желтые камни на прорыв и 9 руны. Ну опять же, там будут в основном донаты все в топе, поэтому я не знаю, какой там будет топ, сколько там всего будет, но вот будет как-то так. Дальше. То есть с этой локации, в принципе, я все показал, рассказал. Кто захочет увидеть больше, можете вернуться на видосик, либо зайти на тайваньский форум и там все почитать, либо ждите уже 2 дня и увидите у меня. Дальше. Волна Аджей. Самое интересное. Так, сейчас, секунду, ребят. Я заберу награды с битвы гильдии, вспомнил. Семьдесят, шестьдесят, девяносто. Красавчики. Волна Аджей. Специально прошел волну АИ там за минут 5-10. Показывал вам уже как. Буду показывать другие составы. Просили, не вопрос, буду показывать. Волна Аджей просто вам так запущу. Вы посмотрите первую волну. Я ее тоже вам показал. АИ уже проблема для бездоната, тут проблема для доната. Для бездоната это просто недосягаемо, нереально, и даже не стоит, скажем так, заморачиваться над этим. Аджей 1 пройдено, Аджей 2 меня сейчас просто уже досливают. Сейчас посмотрим, может кто-то Аджей 3 уже прошел. В принципе, вполне реально, если задротствовать. Не, Аджей 2 29 секунд. Вот так вот, это максимум, что есть, как видите, то есть тут топы тоже есть, тоже прокачки хорошие, поэтому no comments. В общем, вы и так все сами понимаете, то есть эта волна просто бред, это очередной минус этой обновы. Ну как бы не минус, но бестолковая просто локация, которая не нужна ни донатом, ни без донатом ради 5 кгшек. Точно так же, ну, испытание смотрителя посмотрим. Но для бездоната, мне кажется, там то же самое будет, что и древние. Дальше. Достижения, получите руны, это можно забыть всем. Новые особенности в здании, облики ратуши, сторожевых башен. Дают нам, опять же, ребят, показывал дичь, дали мне вот такую вот башенку. Не знаю, что будет на русском, думаю, то же самое. Полная хрень. Но... Еще больше хрень вы увидите потом.
Вот. За прокачку будут даваться скиллы, которые будут работать, наносить урон. Вот есть перевод там одного скилла, тут будет их два. Он будет наносить там 4000 урона по области раз там 0,5 секунды. То есть, по сути, ваша ратуша будет уже дамажить. И опять же, проблема для бездоната. Собрать это будет очень сложно, очень долго. Прокачать скилл там тоже будут нюансы свои. В общем, еще одна очередная дичь, которую я не знаю, никто, наверное, не хотел. И мне она тоже нафиг не нужна, потому что тут надо будет все осколки качать еще. Ого-го, тут 10 левелов у башни. Тут тоже 10, по 170% добавляется жизнь. Многие начали там сразу же кипиш поднимать, там Ронином проблемы. Не будет никаких проблем, не переживайте их. Никто просто вкачивать сильно не будет. Потому что это будет реально на русском сервере нереально. Здесь, возможно, реально, но очень долго. И все со временем, думаю, что-то прокачают. То есть плюсы, минусы. Короче, забейте на эту хрень, на ближайший год можете просто забить на нее. Да, это будет круто в некоторых локациях, но без донатов это, как обычно, печаль. Очередной минус одного сразу же. Вот так вот. Дальше. Страница загрузки. Ну, я-то, я даже показывать не буду, промолчу. Новый талант, проклятый доспех. У меня он есть уже на Анубисе. Я уже его показывал, рассказывал. Бесполезный талант, просто чисто ради урона, возможно, качнуть без донату. Ограничение отраженного урона, это то же самое, что на Бугимене, пока не актуально. Возможно, выйдет какая-то локация, где он будет реально нужен, но пока, к сожалению, это полная дичь и хрень. Это я вам тоже уже показал, поэтому не заморачивайтесь, пока ограничения урона нет, можно в битву замков играть. Очередная фигня, которую добавили, ну, никому не нужно. Дальше. Новый герой Гриффит. Показываю, он у меня уже здесь есть, прокачан на максималку, обзоры все есть. Герой интересный для PvP локаций. При определенной сборке, если у него будет ремка, он будет сразу же включаться. Ему нужен хороший дэп, ему нужно уклонение. В общем, для бездоната его собирать смысла не вижу. Дает там через, там писали, меня полыбало, я читал комменты, там посмотри на обзор Урилева, это имба, это мега герой. Ребят, я показал вам его максималки, показал, что герой реально хрень полная. Да, он интересен там, но опять же на максимальных прокачках он еще что-то может. Не прокачаете его, прокачать без донат по-любому его качать не будет смысла, не вижу, ради нескольких локаций. Донат прокачает его, у доната он будет имбой, будет шатать обычных игроков, они будут кричать, вот это имба. Это не имба, по сравнению с другими героями, этот Трифит, как его у нас назвали, морковник, ну не знаю, просто фигня полная. Чисто передавать, там убивать, я уже показывал, кучу обзоров вам заснял, прокачку саму показал от А до Я. Как по мне, реально герой бестолковый пока что, возможно, где-то он потом себя проявит, но я не вижу его там особого применения. Буду, конечно, пробовать использовать, пытаться найти какие-то вариации, но, честно скажу, меня он не особо впечатлил. Это, скажем, это плюс, ребята, потому что не выпустили очередной имбу. Но есть другой герой, который непонятно донатный, осколки, там будут улучшения намного круче. Это все потом посмотрим. Он будет, давайте сразу так пройдемся. Розалинда называют, я просто не хочу материться, потому что меня смотрят дети, я бы по-другому назвал. Что герой имеет? Навык героя Кольцо Роз наносит урон целям вокруг себя, это уже плюс равный процентуальной атаке, и снимает и максимального здоровья цели, там, по-моему, 12%, если не ошибаюсь. Розалинда получает, то есть она имеет уменьшение урона, обладает иммунитетом к оглушению, страху, также каждые определенные секунды восстанавливает процентуальное от максимального здоровья. В общем, вот это будет герой реально очень крутой, и вопрос, как его можно будет получить и собрать, но герой будет действительно достойным. Это плюс, его смогут получить даже без доната, только вопрос, это будет точно так же, как и огник или нет. Я думаю, что будет точно так же, как и с огником. Новый питомец, назвали у нас его Феник. Поехали, покажу вам этого питомца. Оказалось совсем по-другому, что он может. Так перевели
интересный питомец, бездонатный, можно получить синих фиолетовых яиц. Что в нем хорошего? В нем хорошо то, что он, как оказалось, отхиливает, восстанавливает здоровье ближайшим союзникам и накладывает на них щит, своего рода психощит. Это однозначно плюс, это будет очень крутой на PvP-локациях питомец, да и думаю не только на PvP-локациях, даже на фарме. В общем, такой пэт нужен всем, его надо качать. Дальше, новые облики. Честно скажу, обликов еще нет, я и не особо ими утруждался, даже завтыкал вам их показать в обзоре первом. Так, что-то я, вот они, вот три наших облика. Честно скажу, не знаю, этого героя пока мы не протестим еще скоро, ну думаю, скоро протестим. Это, ну, вроде интересно, посмотрим, что это будет, возможно, будет, кстати, крутой очень скин. Ну, Ледяха у меня просто no comments, Ледяной Феникс у нас меняется местами с Огнекрылом. Вот, в общем, вот какая-то такая у них логика. Честно, как по мне, реально хрень полная, нафиг не надо. Лучше бы просто оставили, дали возможность поставить второй слот. Так, это я вам показал. Дальше, улучшенный интерфейс прорыва. Поехали, смотрим, где там наш прорыв. Вот видно героя. Что тут улучшенный интерфейс? Ну, я не знаю. Все точно вроде как по мне там. Точно так же. Ну, возможно, что-то поменялось. Я втыкаю, но не знаю. Улучшенный интерфейс талантов героя. Что они под этим имели в виду, я тоже, в принципе, не знаю. Я в этом, честно говоря, даже и не разбирался, потому что, ну, это не то, что мне надо от одного. Улучшен интерфейс найма героев. Это реально полная, самая, как по мне, ну реально тупая вещь. Почему? Делают, ну, сделали, ну, вроде как бы круто. Вот это я не спорю, это однозначно плюс. То, что не надо там крутить, вы себе нажали, красавчики. Но потом вы заходите, хотите там за сами кидаток зарунуть. Опа, и вы уже видите, какой герой. Ну, никакой ни интриги, нифига. Добавьте какие-то секунды, сделайте как-то что-то по-нормальному. И еще говорю, я увидел, вот посмотрите, я сейчас опять паролю. Легенды начали сыпаться намного хуже. Пусть одну пропустим. Этого тоже пропустим. Все, короче, это была шутка. Все падает хорошо. Но это опять же не точно. Забудьте, это была админпанелька. Дальше, увеличенное количество ЗП-шек. Это, я считаю, однозначно плюс. Пусть будет, многие просто уходят в лимит, и так будет хоть до 50, там, пока до одного дойдет, кто-то накопит что-то. В общем, это пусть будет. Но я бы уже увеличил лимиты уже на все ресурсы, черт так. Увеличьте там на золото хотя бы, поставьте больше, зачем там ограничиваться теми хранилищами, поменяйте вместимость. Ордена то же самое, сделайте больше. Ну, можно было над этим подумать, но они что-то не захотели. Они подумали, что нету столько ресурсов у людей. Самое основное, самый большой для меня плюс, для других без донатов, там донатов, я не знаю, наверное, это немножко безразлично будет. Вот это вот улучшение, то, что уже 50 тысяч, это меня радует, особенно на английском сервере. И здесь тоже, в принципе, ресурсы есть некоторые, которые уходят в перелимит. Можно было бы сделать сразу же 100, но они не начали заморачиваться над этим. Улучшены некоторые элементы игры. Не знаю, о чем речь, возможно, что-то где-то улучшили. Для меня это как бы, ну, не столь важно было. Максимальное количество плюс 2 слота из-за двух героев. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нафиг два героя, сделайте что-то нормальное для игры. Ну и плюс 10. Потом. Вот так вот, ребят, такая вот обнова, я вам уже полностью все рассказал о ней, то есть пишите комменты, что вы по этому поводу думаете, вы уже посмотрите у себя на русском сервере это все. Ну, у меня прошли сутки, у меня нету какого-то, знаете, такого желания поиграть что-то там интересное, возможно, новая локация изменит это, но я вот поиграл, посмотрел, я жду просто нового героя, новую локацию посмотреть и все. Больше, к сожалению, оно ничем не зацепило, то есть обнова реально говно первый сорт, вот так вот я бы сказал, как обычно, но лучше, чем обычно, потому что у нас больше минусов, нейтральных
каких-то вещей, нету имбо-героев, но это опять же не точно, потому что никто не знает, как получать еще будем нового героя. В общем, вот как-то так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.